Ой, здравствуй, Лилит. Привет, Миша. Как ты? Да ничего. Ты прости, я не очень тогда помешал. Как тебе сказать? Да, наверное, не очень. Я хотел спросить, может быть, еще не все потеряно? Можно все еще как-то вернуть? Уже все потеряно, ничего вернуть нельзя, честное слово. Да, кстати, поздравь меня. Я замуж выхожу. Да ты что? Угу. Правда? Это правда? Ну, я пошла, ладно. Ладно. Удачи тебе, Миш, пока. Обалдеть. На следующий день печальный Михаил взял $1 000 000 и улетел в Симферополь. Ну что, поедем? Куда? В Ялту. Я не еду в Ялту. Какая жалость. Не волнуйтесь, в Ялте много красивых девушек. 5 баллов. Да, я слушаю. Мариночка, я слышал, ты едешь в Ялту. Ну, еду. Что ты хочешь? Мне надо, чтобы ты сделала в Ялте одну работку. Ну, Игорь, какая работа? Я еду в отпуск, я хочу отдохнуть. А что нужно сделать? В Ялту приедет мужчина. Тебе нужно с ним встретиться и взять у него интервью. Нет, Игорёчек, я уже 3 года как с вами не работаю. Оставьте меня в покое, а? Я понимаю все, Мариночка. Но этого мужика надо взять в оборот. Сколько там денег? Чуть больше 1 000 000. 8,5 килограмма бумаги. Нет, точно не ко мне. Я прошу тебя, Марина, возьми для меня лимон и получи свои проценты и отдыхай. Какой мой процент? 5%. 50 тысяч. Я хочу 7. О, многовато. А, много? Тогда знакомься с этим толстосумом сам. За такие деньги, между прочим, людей стреляют. А я в Ялте лучше отосплюсь, я книги почитаю. Ну ладно, ладно. Договорились. Твои 70 штук. Ок. Ну что, пойду в стрип-бар, делом займусь. Слушай, кончай ты с этими делами. Да, шеф, слушаю. А слетай-ка ты в Ялту. Возьми в оборот Михаила Глебова. Фотографию тебе в мобильном. Он остановится в гостинице «Рианда». Так вот, у него при себе будет $1 000 000. Этот миллион у него будет только одни сутки. Всего одни сутки. И при нем будет крутиться Марина. Помнишь Марину? Ну, конечно, помню. Так вот, деньги должны оказаться не у нее, а у тебя. Понял? Понял. Все, летим. Куда летим? В Ялту. А там стрип-бар есть? Ты больной. Гостиница «Арианда», которая стоит в Ялте прямо на набережной, знаменита тем, что там по умолчанию останавливаются миллионеры, жены миллионеров, любовницы миллионеров, а также курьеры, которые перевозят $1 000 000. Причем так было всегда, еще начиная с 1907 года, когда Александр Николаевич Витмер построил самую лучшую на южном берегу Крыма гостиницу. В «Арианде» решила остановиться и Марина.
В этой жизни люди, которым суждено встретиться, теоретически могли бы встретиться намного раньше и совершенно при других обстоятельствах. Но эта жизнь именно такая штука, что эти встречи происходят только тогда, когда происходят, и совершенно не так, как мы себе это представляем. Ну, здравствуй, Ялта, любимый город. Ох, сейчас я дам жару. На набережную. Прошу прощения. Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Прививку отприставал. Одну секундочку. Да, говори, я на месте. Моня, курьер уже летит. Он тебе позвонит. Ты уже нашел кого-нибудь на вечер? Как я хочу в Ялту. Я прошу прощения. Давайте сходим сегодня куда-нибудь поужинать. Молодой человек, подробно и внятно. Я не знакомлюсь на улице. Но это ж не просто улица, это набережная. Ну, поищите себе кого-нибудь другого. Вот она. Что же ты в одиночестве? Где же ваша пара? Эх, мамаша, если бы я знал, где моя пара. Девушка, давайте сегодня где-нибудь поужинаем. Прыткий, понимаю. Приходи сегодня вечером в Орианду, а сейчас я очень занята.